Для выполнения возложенных на нас обязанностей обязуемся постоянно совершенствовать свои знания, активно участвовать в работе отряда юных помощников полиции, быть верными помощниками инспектора полиции, с честью и достоинством носить звание юных помощников полиции. Клянусь, клянусь, клянусь! Слова клятвы гордо звучали из уст шестиклассников. Еще вчера эти мальчишки и девчонки были просто кадетами. Сегодня они стали юными помощниками полиции, возложив на свои плечи большую ответственность. С сегодняшнего дня они стали помощниками правоохранителей и будут с честью и достоинством нести это звание, подкрепленное наличием соответствующего удостоверения. Дядя Мяков для получения удостоверения прибыл. Поздравляю. Служу Российской Федерации. Кадет Пашко. Очень важное и волнительное событие. Я очень волновался перед этим. Много повторял раз, как обратиться к сотруднику полиции, чтобы правильно все сказать, не ошибиться. И чтобы не опозориться, и все хорошо прошло. Отряд юных помощников является открытым добровольным объединением, деятельность которого направлена на соблюдение и выполнение правил правовой культуры. Отряд создан по инициативе Великоустюгского отдела полиции и будет осуществлять свою деятельность в соответствии с российским и международным законодательством. Целью создания данного кадетского класса профессиональной направленности является прежде всего то, чтобы ребята с помощью сотрудников полиции, с помощью педагогов освоили правовую культуру, также уважали и соблюдали законы нашей страны, приучали и прививали свои навыки и умения своим сверстникам. И кто знает, возможно, через несколько лет кто-то из этих мальчишек и девчонок выберет профессию сотрудника органов внутренних дел, будет стоять на страже правопорядка. Андрей Жилин, Антон Карев, новости провинции.